10 клеток с обезьянами, которые находились в чемодане у пассажира, прилетевшего из Хошимина, изъяли таможенники в столичном аэропорту Домодедово. Приматов в Россию пытался нелегально провести гражданин Вьетнама. Никаких документов на живой груз у него не было. Сам пассажир объяснил, что привез обезьян другу, который в России занимается их перепродажей. Сейчас все конфискованные животные помещены в специальный центр. Зоологи говорят, что это детеныши обезьян редких видов, которые охраняются международной конвенцией. Все они в очень плохом состоянии, у них явно признаки истощения и переохлаждения.